Привет, ребят, с вами братец Ву. Сегодня будем играть в игру настольную, которая называется Age of Mythology. Многим из вас, я думаю, знакомы по Mythology. Хочешь Mythology? Ну, как-то да. Mythology. Как там город назывался? Торнслот. Age of Mythology. Эта игра сделана по компьютерной игрушке, и скоро уже выходит HD-версия, которую Саня, который с вами сегодня играет, помахай рукой всем, обязательно купит. Конечно. В Steam, он любитель. И сегодня со мной еще играет Вилл. Это у нас главный архивариус и владелец большинства игр, в том числе и этой, да не большинства, а практически всех, что у нас показано, кроме тех, что были в начальных видео. Вот, и он в нее играл очень много, поэтому вероятность ошибки сегодня у нас в правилах-то точно сведена к минимуму. Но у нас по ходу дела могут возникать какие-то неточности в игре, поэтому отнеситесь к этому с пониманием. Или, может быть, кто-то что-то не уследит, а мы начинаем. Вилл говорит, что эта игрушка... одна из лучших про цивилизации, да? Да, мне очень нравится. Несмотря на то, что здесь красивого большого поля. Здесь красивых много фигурок. А то да. Много фигурок. Вот таких всяких вот. Разных. Тут три цивилизации. Ву у нас играет за викингов, норвежцев. Да. Саня за египтян, а я за греков. Египетская сила. Непонятно, конечно, как они встретились все одновременно. Но в Age of Mythology это было. Особенно египтяне с норвежцами. Что еще отличает Age of Mythology, что здесь викинги приплыли. Вместе с тем, что есть там обычные существа, то есть и люди, которые существовали действительно. Слоники. Есть еще и всякие мифические. Вот, например, у норвежцев, у этих у викингов это всякие гномы, великаны какие-то, тут он, да. Драконы. Это не те из вас, кто играл в игру, это мы должны. Называется, как он должны помнить. Нет, он называется. Подожди, как он у тебя называется? Это который дерево это стережет, самое главное. Нидхогг. Нидхогг, да. Mm-hmm. Грызет дерево, по-моему. Рогатый дракон. И когда он его завалит, начнется Рагнарёк, что-то. А там разве не с псом что-то связано? Или это другая? Нет. Значит, что? У нас у каждого есть свое поле, оно выглядит по-разному, но у всех полей здесь есть одинаковая часть. Значит, у нас есть наш склад, где мы держим ресурсы. Ну, ресурсы тут, в принципе, понятно. Желтое – это золото, зеленое – это еда. Дерево – это дерево. Деревянного цвета. Да. И синее – это, грубо говоря, манна, благосклонность богов. Здесь у нас, где мы содержим армию. Сейчас изначально у нас у каждого должно быть по два юнита начинающих. Если вы возьмете свои карточки, вы увидите, что здесь есть юниты, которые mortal. Это смертные. Что ли? Да. Вот это все твои юниты представлены. Mm-hmm. Вот ты должен по два морталы каждого вида поставить. А вот здесь видно, это у тебя там ярлы, хускарлы и еще кто-то там. Нидхогг там называется. Драгонборна у тебя там нету случайно? Очень можно интересные, красивые фигурки, особенно учитывая, что Виллах еще и вон такие вот кармашки положил. Потому что прибитые эти постоянно карты используются, их замацать. Так, Mortal Archer, да, вот например. Mortal, у тебя там три всего будет морталов. Да. И Mortal кто еще? Mortal, у тебя, да, колесницы, слоны и обычные пикейщики. Mortal Cavalry. Вот, так. Это можно в открытую класть, да, карты себе? Ну, это перед собой, да. Пока значит, хускарлы. Обязательно как клады же располагаются? Не, это просто они там стоят, чтобы видели, что вот у тебя... Которые в игре типа армии, да? Да. Осталось только их еще узнать. Понять. Ну смотри, там на конях у тебя только хускарлы, да. И валькирии. Да, вот это вот. С валькирией не переспутай. Постараюсь. Там видишь, посмотри на подставке. Куда? Вот сюда. На подставке. Круглые подставки у смертных, квадратные у мифических существ, треугольные у героев. Спасибо, тут вот хускарл, нет? Так посмотри, ты господи. Но нет, похож. Это рабочий. Тут еще есть рабочий. Вот рабочие тоже на круглых подставках, они без оружия. Здесь, у каждого здесь рабочих. Кувшином. Да. Мумиё всякое. О, нашел хускарл. Раз, два. Хускарл. Яру. Да, вот эти. И там, причем яру. Самое прикольное, что у каждых юнитов есть свои спецспособности. Внизу написано. Плюс три там против комарей. Да, да, да. И тут получается так, смотрите, пикейщики обычно круты против кавалерии, кавалерия крута против арчеров, ну, лучников, а лучники круты против пикейщиков. Замкнутый круг. Total War, короче. А получается, еще есть большой круг, это мифические существа, очень крутые против обычных смертных, против мифических существ крутые герои, а обычные смертные валят героев. Тоже большой круг такой. Почему обычные смертные? Ну, это чтобы герои тоже... кучей. Чтобы герои не были самыми крутыми, их тоже здесь можно легко завалить. Ну что, давайте мы сначала выясним, кто у нас будет первый игрок. Давайте кинем два кубика, просуммируем результат.
тебя 11. Не, один просто. У меня. Ну, 7. Меньше перекидывать. 4, ну, последний, да. Ну, в принципе, вот у меня жетончик первого игрока. И сейчас мы должны, перед тем, как начать игру, земельки. У меня тут есть большой кожаный, такой кожаный судомазу мешок. Да, от Creative мешок. На самом деле его шапка, там еще с другой стороны есть. Прорези. Прорези. Вот. Я тяну отсюда количество жетонов 6 умноженное на нас, то есть 18. Раз, два, три, четыре. Нас умножили. Пять, что бы это ни значило, на 18. 6, 7, 8, 9, 10. Это ты себя тянешь? 11, всем. 12, 13, 14, 15, 16. В темную тяну, то есть несмотря. 18 ты что? 6 и 3, 18. Сейчас посмотрим еще раз. 1, 2, 3. Это видно в камеру? Да, видно. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, еще 2. 17, ну как же. Это нам на всю 18. Игру? Нет, это нам начальный стартовый. У нас вот есть вот здесь наше поле, которое поделено на поля, леса, пустыни, холмы, реки. У каждого свой преобладает. Например, в Египте в основном пустыни. Поля и пустыни. У меня в основном эти самые холмы. У тебя болото, лес, горы. Ну, горы в основном и лес. Mm-hmm. Вот теперь смотрите. Сейчас мы будем по очереди напирать наши жетончики. Собственно, на каждом жетончике нарисовано то, сколько он дает. Естественно, тот, который 2, жирно, да, дает. Mm-hmm. Начиная с меня, я выбираю первый жетон и кладу его. Ну вот, например, я взял пустыню и взял сюда, положил. К сожалению, я пустыню больше выбрать не смогу, потому что она единственная моя пустыня, я ее занял. Теперь право переходит к тебе взять. Да, давай, я взял это. Я беру две плодородных земли. Ну и ставишь себе на... Ставлю на что фиксируется, или нужно все будет? Все нужно. Так, теперь ты выбираешь один, ну, в принципе, сразу два жетона. Теперь идет выбор в обратную сторону. То есть ты берешь один-один, потом ву, потом опять я. Беру лес. Лес. Какая дает... чаще остальных-то получается? Если через меня все время проходить. Почему? Я два беру. А, ты два берешь. Да, теперь ты. Теперь я один беру. Да, потом я опять два, и вот так. Либо можно, если... Понятно. Так, пустыня. А я беру два коричневых. С форестом. Лес разошелся. Ну, я тогда беру два фертиля, ты бери. Я беру двойной пустынный. Угу. Вот. Ты теперь две берешь. Возьму хавчика. Угу. Так, выдаем фертили. Сразу скажу, что, например, свампы не дают никогда два. Свампы, ну, эти болота самые такие. А желтый это что я забыл? Золото? Золото. Ну, у тебя десерт, золота, да, так ему пустыню можно забивать. Бери то, что а хочешь. Я беру себе горы на десерт. Маунтин. Лэтвы маунтин. А маунтин тоже по одной дают только, да? Ну я тогда, у меня полно этих, поэтому я двое холмов себе возьму спокойно. То есть все, как бы у кого что-то Ты можешь брать, а можешь и уже отказываться. Не, у меня еще фореста нет совсем. А потом еще будет раскладка. Просто проблема в чем? Если у тебя вот, например, как я забил пустыню, я ее уже не смогу потом в процессе игры взять другую пустыню, заменить. Все, как есть, так есть. А когда они будут новые добавляться? А там есть такое, ну, будем использовать исследование. Сань, бери. Это, то есть есть смысл сейчас забивать одно ну, ящиковое? Смотри, свамп, я говорю, два не дает. Значит, а, то есть без разницы. Да, можно его взять. Форест дает либо два... Ну, два дерева, либо по одному всякое остальное фигня. У меня леса и нет уже. Ну, всего забит. Фертиль дает два всегда, естественно, поля, только еду. Угу. Все остальное, видишь, он. Ну, не знаю, это ничего. Он может взять или одну, может не взять ни одной, или может взять две. Ну, он может пасовать, да, потому что, в принципе, мы еще будем добирать. А как много? То есть есть смысл сейчас добирать или нет? Как-то? Ну, смотри, вот свамп. Ты не поймешь, в принципе, тебе лес нужен, бери свамп, потому что свамп лучше не будет. Ну ладно, свамп возьму. Еще одну, да, типа я должен. Есть, да, если хочешь. Хилс. Хилсов у тебя все два. Не, лучше оставлю. Ну, не хочется. Правильно.
Я больше не хочу брать. Ты не хочешь. Ну, у меня хилсов полно, поэтому я еще возьму хилс с едой. Серьезно? И все. Ну, вот два ваших невзятых, было, они обратно хилс туда. Вот, теперь начинаем играть. Значит, как состоит, в чем игра. Значит, у нас есть две колоды. Одна колода, на которой написано рандом. Берете ее и перемешиваете. Если потом будете кричать, кому в руки насрать... А рандом у меня не написано это, да? Вот, рандом. На карточке рандом. Большая колода рандом. А, вижу, ряд. Перемешивайте, смотрю. Да, перемешивайте ее и не смотрите. Естественно. Кому насрать, что там ты говоришь? Ну, бывает. Ну, сам все плохо замешали. Да. А, ты? Чтоб ты никого не винил. Там и хорошие, или плохие, или там как? Нет, как они, там, как пойдут, знаешь, может, тебе нужна будет какая-нибудь... приказ. И он все не идет, не идет, не идет, не идет. И ты берешь и срешь себе в руки. Да. Сон рук, да? Я вообще уже до этого рассказывал, почему этот самый, эта игрушка у меня до сих пор лежит. По-моему, про цивилизацию, про развитие цивилизации, про строительство, про войну. Она самая лучшая в том плане, что правила несложные, и красивые фигурки есть. И играть интересно, и переигрывать. То есть, когда не слишком перегружена тоже, да? Да, она не перегружена правилами, не так, как цивилизация, которая там обычная, там пипец просто. Разложи и сидит 10 часов. Да, да, да. Куча жетончиков, куча всего. Да, в принципе, они потому что сделали один в один компьютерную, абсолютно. Нет, так есть же еще новая. Только самому приходится думать, да? Я имею в виду. А так и была еще от Eagle Game. За компьютер дома, да. И у нас, смотрите, теперь объясняю, почему у нас две колоды. Одна колода из 7 карт. Написано перманент, постоянно. Да, ее можно посмотреть. В принципе, в этой колоде представлены все приказы, которые есть в игре. Теперь я начну объяснять. Билд – это строительство здания. У меня нету такого. Есть, build. Есть. Билд. Нет. А буду показывать. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что-то у тебя, так, погоди, у тебя какие-то две одинаковых, найди-ка. Какие эти две одинаковые? Эксплор у меня две одинаковые. Вот. Просто тут на четверых играет пара на пару. Кстати, игра не очень, а вот он билд. А как они играют? Одной нации? Да, там же еще доски. Ну, кстати, мы играли не очень интересно. Там получается, что одну вот эту большую колоду делят на двоих. И там тебе нужен какой-то приказ, а он тебе может вообще не прийти, потому что кто-то вдруг... Про билд ты рассказал, да? Значит, билд — это строительство. Кружок указывает, сколько зданий ты можешь построить. У этой колоды всегда один. Здания представлены вот здесь. Сколько за ресурсов? Да. И теперь расскажу по порядку, что делать. Хаус – это домик. Обычный домик, их можно построить до 10 штук. За каждый домик у вас появляется рабочий. Рабочий, посланный на определенную местность, собирает плюс один ресурс этот. То есть, например, если я его ставлю на поле, где там две еды, с рабочим с этого поля. А без рабочего нельзя собирать? Можно. Я собираю три еды, просто меньше собираешь. А, понял. Это дом. Вот это единственное здание, которое может быть у вас в городе. Вот, кстати, город. Вот это последнее, это город, где мы будем строить здание. Да. Домов может быть до 10 штук. Всех остальных зданий только по одному. Стена. Стена защищает город. Когда атакуют город, со стеной кидается на 2 кубика больше, при защищаемся. Башня защищает вот эту местность, где у нас поля и так далее. То же самое, плюс 2 кубика. Значит, маркет, рынок. У нас есть такой приказ, как торговать. Да, есть такой. Внизу написано, заплати 2 любых ресурса, чтобы торговать. Угу. Вот при, если ты имеешь рынок, ты ресурсов не должен платить. То есть не надо. А сама торговля заключается в том, что ты сносишь любое количество ресурсов, которые у тебя есть, и берешь взамен их любое количество ресурсов, которые тебе надо. Один на один, да, честно? Да, да. И вот с рынком не надо платить налог, так сказать. А налог в чем заключается? Ну, два. Внизу написано, видишь, на карте внизу. Два, заплати 2 ресурса, да, и только потом торгуй. Понял, пропустил. Storehouse – это наш склад. Склад, да. В конце каждого хода... А у меня нет Storehouse. Есть, вот здесь. Вот. А, я думал, нет. Я пока рассказываю про здание. Понял. Значит, в конце каждого хода, если у нас какого-то ресурса больше 5, он сгорает. Его сносишь. Со складом 8 ресурсов каждого типа не сгорает. Значит, так, что там Armory. Еще? Армори. Значит, это когда вы бьетесь, у нас есть такая атака.
Когда ты выбираешь атаку, ты говоришь, на кого идешь и кем идешь. И тут указано, сколько юнитов пойдет в атаку. 4. Mm-hmm. Значит, будет битва 4 на 4. Так вот, у кого армори, еще добавляется, по-моему, 2 юнита. Сейчас я точно уточню, чтобы не соврать. Тогда будет, получается, битва 6 на 4. Ну, естественно, очень только выгодно. В атаке. Или в защите тоже. И в защите тоже. Сейчас. Надо все строить. Да, тут все здания. Все нужно. Арсенал. На один юнит больше. Да, на один. А у них как бы численность юнитов, что герой это один юнит, что да, лох какой-нибудь. Да, да, со сковородкой. Да, да. У тебя есть плохи со сковородкой? Ну, я не знаю, тут подобная херня какая-то. Квари, самое, наверное, вот полезное на начальном этапе, каменоломня. Как только строишь каменоломню, за остальные здания платишь на один любой кубик меньше. То есть скидку. И дальше идет вот... Второй столбик пошел. Второй столбик самый легкий, потому что вот тут при сборе монумент плюс 2 маны, Гренери палата плюс 2 еды, Вуд-воркшоп плюс 2 дерева, Голд-минт плюс 2 золота. Это именно когда ты играешь картой, сейчас я покажу, которые... Карта Геза, собрать. И внизу написано тип ресурса. Например, ты говоришь, собираю... С какой-то точки, да? Нет, собираю, например, либо ты говоришь, с холмов. Угу. И тогда берешь все с холмов. Все берут с холмов. Не только ты, но все берут. А. То есть ты сыграл сбором, и все пошли собирать. Либо тип. Либо да? Тип ресурсов. Собираю дерево. Все пошли собирать дерево, смотря что у них интересно, есть. Интересно, как-то все. Да. Тут сбор на всех действует. Дальше. Siege Engine Workshop. Если ты его построил, значит у оппонента стена и башня не действует. Ты пробиваешь. То есть да, ты осадная машина. Да, ты считается идешь с осадной. Вот большой этот самый большой храм самая, по-моему, бесполезная тема, и мы его ни разу не строили. Дорогущий, почему бесполезный? Потому что оно позволяет обменять 8 маны на одно победное очко. А сколько нужно? В конце игры, когда игра закончится, все смотрится, сколько у кого победных очков, у кого вот этих кубиков красных, у кого больше всего, тот и победил. А почему это не 8 маны, как бы, да, и при этом то есть ты должен играть, да, и потом 4, играть, 10, 10, играть 10. Трейдом, чтобы... Короче, очень много затрат. Да, да. Гораздо выгоднее построить, например, Чудо Света. Так его нереально построить. У тебя же максимум 8 может быть только со складом, как тут 10. А вот ты 8 набрал, потом еще собрал. Напряжешься и в этот же ход построил. В этот же ход нужно то есть сейчас собрать. В общем, игра заканчивается в двух случаях. Либо как кто-то построил Чудо Света, сразу же игра заканчивается, считается очки, кто у кого больше победил. Либо когда заканчиваются вот эти все. Победные очки. Это будет, да, победная. Последний ход. Что у вас чаще было? Либо так, либо Чудо Света, потому что на Чудо Света накопить тоже сложно. А что-то дает, кроме окончания хода? А в чем еще? Эксплор мы еще не сейчас, не Чудо Света, победные очки, если вот, вот здесь будет. Карту Эксплор, Next Stage. Да, так, значит, это я все пока про билд, да? Mm-hmm. Теперь трейд я, в принципе, рассказал, сбор рассказал. Нанять. Рекрутирование, это, собственно... Вот количество юнитов 2. Если ты им играешь, смотришь на свои эти, платишь столько ресурсов, сколько надо, и нанимаешь. Единственное про героев. Какой нюанс? Мы сейчас находим в самую древнюю архаическую эпоху. Поэтому в архаической эпохе пока героев нанимать нельзя. Когда мы. Вот для того, чтобы перейти в следующую эпоху, тут есть такая. Карточка, следующая эпоха. И внизу написано, в какую ты переходишь и сколько ресурсов должен заплатить. 4, 5, 6. То есть получается, чтобы перейти из архаической в классическую эпоху, надо по 4 каждого ресурса. Ну, как я понимаю, в классической ты нанимаешь кого? В классической ты нанимаешь героя, который написан вот герой из классической эпохи. И чем еще хороши эпохи, тут написано, то есть в древнюю эпоху на руках может быть только 4 карты. Как только ты переходишь в следующую эпоху, на руках у тебя уже 5 карт, в следующую 6, а потом и 7 карт. То есть тем больше выбор. Мифической эпохи. Да. Вот, и, наверное, все, про все я приказы рассказал. Как сложно? Про эксплор ты не рассказал. Про эксплор, тут написано, если ты исследование, вот, собственно, тянутся оттуда жетончики.
видишь, тут написано, вытяните на один жетончик больше, чем количество игроков. То есть 4 жетончика тянешь. Да, если я, например, сыграл этой картой, я вытягиваю 4 жетончика, забираю себе один, потом по кругу Водин себе выбирает, ты выбираешь, или мне выбираешь, остальное скидывает. Теперь почему две колоды? Смотрите, здесь колода, ты ее можешь смотреть и выбирать те приказы, которые тебе ты считаешь нужны на этот ход. Но все эти карточки слабые. То есть строительство всего одного здания. Здесь карточки намного мощнее. Ну, случайно. Те же самые. Но ты их тянешь случайным образом. И неизвестно, что когда придет. Тянешь? Не придет. А сейчас, расскажу. Значит, смотрите. Первый ход начинается сразу. Первый ход начинается с меня. Во-первых, в начале хода начинается с первого игрока. Каждый берет по одному победному очку и кладет на одну из этих карт. Значит, эта карта. Все победные очки, которые здесь накопятся, получит тот, кто построит чудо света. Но уже так победит сразу. Нет. Кого чудо света? Чудо света, когда построена, закончится игра. А потом будут сравниваться очки. Вот здесь, если что-то накопится, победит тот, у кого больше всего зданий, просто тупо по количеству. Здесь у кого самая большая армия. То есть просто тупо считается количество. Всю игру будет копиться, да? Да. И только вот здесь, вот на этой карточке не будет копиться. Тот, кто выигрывает битву, сразу с этой карточки забирает очки, которые есть. Понятно. Ну вот, собственно, я, например, вот сюда поставлю. Теперь ты вот сюда. Ну, я так же. Ну, ну вот, и теперь мы должны взять себе на руки 4 карты. Сначала вы берете из этой колоды постоянной те, которые считаете нужным. То есть не могу не все 4 взять отсюда? Да. А потом остальное до 4 дотягиваем из этой колоды. Еще раз, не понял. 4 карты какие? Ты берешь 4 карты на руки, на этот приказы. Ход, да? Ты можешь из постоянной взять любое количество, можешь вообще не брать. Или одну, две, которые считаешь нужным. А потом все, что ты не доберешь до 4, вот от этого. Я не буду брать вообще, я возьму. Я тоже рискну, что. Ну давайте. Особо не давайте. Я возьму одну из постоянной, а остальные 3 тоже. Так, ладно. Сколько до 4, да, значит? Да. Ужас какой. И теперь. Какие разные карточки. Да, если там внизу есть спецспособности у карты, там написано ресурс. Его обязан ты заплатить, когда играешь картой, и только тогда ты сможешь использовать эту спецспособность. Если ресурс не платишь, то только выполняешь то, что нарисовано сверху карты. Ну вот, начиная с меня и. Значит, мы начинаем ходить каждый. Может выполнить по 3 приказа. Выполняем каждый по приказу вот так по очереди. Ну вот я начинаю. Мой первый приказ. Перманентная карта, то, что я вытащил отсюда. Explore. То есть идем исследовать. Я тащу 4. Так, а потом рандомные карты скидываются? Так, рандомные скидываются, а постоянные обратно возвращаются. То есть нет смысла тоже набирать слишком много, понятно. 4. Вот, видишь как. Вот 4 тайла. Что я вот вытащил. Так, ну я тут, конечно, возьму хил с золотом. Это однозначно. Теперь тебе право. Да, что-то взять. А я возьму. Ну тут все хорошо возьмут. Форест с деревом. Ну, тебе осталось либо 10, да. А этот назад. Теперь ты их играешь одной картой. Хорошо. Я делаю рекрутирование, вот эта вот карта. Ну, Хель. Сколько там написано? Там мне написано, что. Я могу взять 2 мортала. Ну так ты все, показывай, ты сыграл. Вот. Нет, смотри, у тебя рекрутирование 3, да? Ты можешь нанять 3 юнита. Внизу хель, да. Если ты заплатишь один синий кубик, ты можешь двоих обычных юнитов взять только за этот синий кубик. И они входят в эти 3. То есть у тебя получается еще один можешь нанять потом. А так обычно. Каждого вида по одному, да? Сначала беру каждого вида по одному. Нет, ты берешь 2 мортала. По твоему выбору. Ты можешь, например, 2 конников взять. Понял. Хорошо, беру 2 конников. Исключаю дома, да? А теперь, если я заплачу один, то могу еще одно взять, да? Нет. Ну вот смотри, ты платишь, во-первых, синий один, распользуешься этим. Так за то, что я выбрал 2 конников, да? И теперь ты за то, что ты вот это синий заплатил, использовал эту спецспособность, ставишь себе 2 конников обычно. Не-не-не, это Валькирия, квадратная подставка. Ну вот. Не дал. Или может там 2 ярмарок. 4 карты. Да, вот нет, этих коньков. Раз. Там, по-моему, по 4 каждого вида. 2, вот так. Вот. И теперь смотри, ты уже 2 юнитов нанял, ты еще можешь одного нанять, пожалуйста, плати. Тоже вот. Синий. Не, пока не могу.
Или надо? Что у тебя там за бонус был? Ну, ты можешь уже мифического нанять какого-то существа. А, да? Почему мифического? Если мифик только... Нет, не героя, а мифического. Я думаю, мифического в конце мифической эры можно. Не-не-не, их можно сейчас нанимать. Героев нельзя нанимать. Мифического, и кого я... Любого? Ну, выбирай любого. Здесь какая-то стоимость его написана, да? Да, вот смотри, на них написано стоимость. Сейчас посмотрим, мификал. Ты можешь Нидхог, Валькирию, Гиганта, Дварф. Тролля, Дварфа. Дварф, кстати, как рабочий. Я Валькирию возьму за одно золото и три этих синих. Одна Валькирия золото и три синих, да. Валькирия плюс 4 против лучников, и у нее специальная... Если Валькирия убила какого-то юнита, да, она сразу тебе приносит две маны. Отлично. Такая вот она. Ну, это идет, вскидывается. Все, окей. Это бита. Твое. Ну, теперь тебе играть. Санья. А каменоломня, что он дает, я забыл? Каменоломня скидывал. На один меньше, да. То есть, как только ты ее построил, да, при строительстве уже. Ну, тогда собираем. Собираю. Ну, играй этой картой. Там обычно либо собрать все, либо что? Ну, либо это стандартный, как бы, перманентный. Так, получается, я либо выбираю территорию, либо выбираю ресурс. Да. У меня, в принципе, одно и то тоже. Так, что нам нужнее? И мы все это собираем, соответственно. Да. Но собираем по очереди. Потом в конце игры уже будет ресурсов не хватать в банке. Поэтому кто первый собрал, может так, что вообще все выскрести, когда много полей. Ясно. Yes. Это важно очень. Ну, короче, я тогда фертилити собираю. Ну, ты берешь себе две еды. О, четыре еды. И я четыре еды. Я две. Но она же не может, она сгорит лишнее, да? Да, лишнее сгорит. Ну, я тогда играю карточкой уже рандомной, которая строительство, два здания. Ну, конечно же, как раз еду ты хорошо собрал, 4 еды, 1 золото, и я строю себе квари. Кстати, единственное, что вот тут эти здания выглядят. Ну, вот квари. Ой, это гренери. А что они так не могут? Ну не знаю, рисуночки залепить. Вот здесь они просто поленились. А, ну видишь, надо просто того, чтобы у каждого тоже свой вид должен быть, ну как бы. И тут, да, надпись. И может быть не так хорошо видно было бы издалека. И подожди, второе здание, отлично. Погоди, второе здание надо какое-то построить. Ну, наверное, я построю, отдам всего по два. И построю склад. А, всего по два, погодите, всего по два, что у меня синий. Один-то у меня уже скидка, поэтому я один синий отдавать не буду. Все, твой ход. Реактор. Я буду атаковать. Ну смотри, атака. Если ты атакуешь, ты говоришь, кого ты атакуешь. Тебя. И дальше, какую зону ты атакуешь. Ты можешь прийти ко мне на склад, если ты выиграешь, то ты можешь утянуть у меня к себе 5 ресурсов. Я иду к тебе на склад. Не, либо можно атаковать город, тогда разрушить можно одно здание. Но либо... Если у меня нет карточек строительства, то я все ресурсы сейчас, которые возьму, я же их проиграю. Правильно? Ну, лишние. Они сгорят. Лишние, да. Ну, тебе отгорят ману. А если в город, то я могу разрушить. Одно здание. А если нас туда? А сюда, если придешь и выиграешь, то одну эту заберешь у меня и к себе. Тогда я к тебе на землю пойду. Ну, давай. Вот смотри, атака сколько? Атака 7. Атака 7, значит мы играем 7 на 7. Так ты же вычитываешь. А, это просто так теоретически. Да, 7 на 7, но у меня семерых нету, я выставляю 6 против тебя. Ты выбираешь из своих юнитов, какие 7, причем так, в закрытую, которые пойдут. В смысле закрытую? А кто против кого хорош, еще раз напомни. Лучники против конницы? Ну тут да. Там написано, да, из-за карточек. Из-за карточек написано. Ну ладно. А почему закрытую? Ну потому что. Еще можно навесить карту. Потому что неизвестно, каких кто существ пошлет в битву. Так он же все равно уже атакует и не может ничего сделать уже. Нет, перед битвой выбирается вот 7 на 7. Это сам. Он 7 своих любых существ. Ну выбирает. Я понимаю. Но... Так это я можешь... выбрал к себе, и все равно не сможешь добавить, как бы. А ему нет вот. Я выбрал и чего? А где твои они? Вот они. Ну выставляй. Зачем закрытых набирал?
А потому что когда много всяких существ, это когда много будет, а сейчас то важно, кто там, может кто-то героев нескольких пошлет, а кто-то мифических существ. И теперь будем по очереди выдвигать. По очереди, да, по одному юниту будем и будем кидать кубики. Ясно. Ну вот смотри, теперь выбираем по одному юниту. Берешь вот на это вот эти карточки, отбираешь тех, которые у тебя, ну у тебя тоже три вида. У меня еще Валькирия. Еще есть Валькирия, ну, да. Ну я бери. Валькирия, она что там против арчеров? Вот три. То есть четыре против арчеров. Какие такая дамочка интересная. Ну и вот, вот, вот. Кто первый? Одновременно выбираем закрытую по юниту. А как мы тебя будем закрытую? Ну ты просто выбери карточку. У тебя карточка есть, да, вот, и положи. Я думаю, сейчас так, знаешь, так... Нет, для этого и есть карточки. Выбираешь одну из карточек. Понял. Кладешь закрытую на стол. Кого? Давай, вот так вот. Нет, там, ну открываем. У меня гоплит. У меня этот. Метатель. Метатель, что там у него написано? Метатель. У него против 3 против воинов. Вот смотри. Mm-hmm. Короче, угадал ты, у тебя ты кидаешь 6 кубиков, я кидаю 4 кубика. Mm-hmm. Потому что у меня 3 и плюс 1 против морталов. А? Сумму, потому что. Нет. Приход увеличить. Я кидаю 6 кубиков. 6 только кубиков. Шестерка является успехом. А, понял. Сравниваем шестерки. Если ничья, перебрасываем, пока кто-то не умрет. А почему 6 кубиков? Потому что у него 3 кубика и плюс 3 кубика. Вот ты 6 кубиков кинул и ни одного шестерки. Я кидаю 4 кубика. Давай. Если сейчас хотя бы одну шестерку выкину, то умрет твой метатель топоров. У каждого одна жизнь, что ли? Да. И у мифических топоров умер. Да. Это дневник прикольно. Ну вот так. Все. Теперь, короче, настала такая пора, что любой из нас может отступить, ну, к примеру. Ты можешь назад отступить, чтобы юниты не терять. Или я могу. И если нет, значит опять дальше выбираем. Я не сдамся. Я выбрал. Битва, наверное, самая долгая. Ну, единственное. Битва, как камень-ножницы бумага. Да. Это стандартно. Ну и плюс еще кубики. Ну вот, твоя Валькирия сколько? 5 кубиков и все. Да, а у меня не метатель. А у меня 3 и плюс 3. Потому 6. Что я 6, видишь, твою Валькирию могу подрезать. Давай, конечно. Потому что плюс 3 против кавалерии. Валькирия, кавалерия. Валькирия, кавалерия? Да. Ну, 5 кубиков ты кидаешь, а я... Ну, а Валькирии были крылатые. Шестерочка. Голые. Одна, девушки. Да. Девушки. Когда мы чем? Из оперы, помню. Ну, Верди. Или кого-то, как Тони Белунгов. Ну вот. Я убил. Да. Давай дальше. Давай. Вроде кубиков больше, меньше, а иногда бывает кубики подводят. Ну да, конечно, с только шестеркой. А есть какие-нибудь там бонусы, чтобы не только шестерка? Или нет, случае? Только всегда шестерка. Ну, можно было одним кубиком украсть. Я могу Валькирии второй раз подряд приходить, правда? Ну, можешь, так, а можешь. Почему второй раз? Ну, она же, пока не умерла. Пока не умерла. А, так даже можно. Я думал, он отходил и все. Нет, ты можешь хоть постоянно одного и того же. Тут можно тут вообще 50 лет на одну битву потратить. Если просто кубик не будет крыть. У меня 5 гоплит. У тебя этот, ну что, у тебя 3 кубика, у меня 4 кубика. Ах ты ж, блин же. У меня гоплиты хорошие, они плюс 1 против смерти. У тебя, кстати, слоны. 2 шестерки. Ух ты, 2 шестерки. А у тебя, кстати, еще внизу есть спецспособность. Feel my breath. Ты, кстати, не почитал ее? Нет. Ну, зря. Я за нее могу заплатить ведь, да? Они могут стать берсеркерами. Если их накормить золотом. Добавляется 2 кубика при этом в атаке. Но если, но ты проигрываешь равенство на шестерок. Ну, все нормально. Я у тебя уже 2 шестерки выкину. Ну, да. Одна. Убил тебя. Ну, теперь я отступаю. А, то есть у кого больше шестерок? Да. Все, я теперь понял. Ну, забирай любой. А, сейчас я выберу, что мне не хватает. А на свои я уже поставить не могу, да, на занятый? Все, вот в том-то и дело. Занятый, и все, уже ты никак не можешь. Щет. Ставится сразу же? Взял сразу все поставил. Да. А там это у тебя средние 3 это хилс, да? Да. И ты забираешь себе туда-обратно. Я беру у тебя... Двойной фертайл. Ходи, Саня. Теперь я могу требовать здесь. Чё требовать? Просто треба. Требовать. Победил, могу требовать.
Так, битва, ну я битва достаточно интересно реализована, мне понравилось этот такой. Строю с фигней такой специальной. Ну сначала два, значит, этих. Две маны плачу. Да. И могу и на все... одно меньше здания. Нет, все здания кроме стоят домов. На два меньше. Кроме да? домов. То есть ты вот две маны заплатил, и теперь ты за каждое здание два кубика не выдаешь. А как они здания строятся сразу? Или я одно построил, сразу же он дает эффект? Ну, квари, да. А остальные на строительство не влияет. Что я квари строю? Аквариум? Аквариум. А эти уже битые, да? На одно меньше. А битые мы себе в каждой в отдельную кучку складываем или общая какая-то? Это бита твое, mm-hmm. это понял. Бита я наша. Я тогда золото не кладу, на одно меньше как бы. Почему надо потому на два? Что... А, на два ресурса? Да. Любых, да? Да. Тогда вот так вот. Это обратно все. Сам... Так, теперь я строю... А теперь получается, ты же даже на три ресурса меньше отдаешь. Еще ну, если не дом. Да, на три ресурса меньше, чем... Египтяне в этом плане крутые. Что построить-то? Чего они отдают на два за здание, он да? Сейчас будет два здания строить со скидкой в три. Так, ну тогда строю за два дерева армори. И... А карты обязательно играть или ты можешь сказать, не, вот это вот у меня карты просто вбитые кидаю? В смысле? Ну, карты, если у тебя есть вот это на руках. Команда обязательно играть? Нет, ты можешь пропустить ход, скинуть карты. Вот это и хотел. Дома вообще не табельно строить или пока нет? Дома, ну плюс один ресурс нормально тоже. Но ну, ты скидку ресурс, на дома ну, не да, получаешь. Да, 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 так что лучше сейчас что-нибудь еще одно нормальное построить. Так, что же еще тогда? За три меньше. Так, Сторхаус могу построить. Сторхаус, по идее, тоже хорошая штука, да? Это? Ну да, можно побольше держать. Я его, наверное, тогда и построю за... Так, минус 3 ресурса тогда. Так, раз, два, три. Вот так вот минус 3 ресурса. Минус 1 золото, минус 1 ману, минус 1 ну, дерево. Фига себе, он вообще-то прет. Ну так. С постройкой. Настоящий египтянин. Работа, а, наверное, юзает, конечно. Ну, конечно, ты как думал. Да, хоть да, здесь черно-белое братство организовано. Точно. Так, сейчас Сторхаус. Ты там биты себе организовываешь? Я перманентные туда скидывал обратно. Ну, перманенты и в перманент. А эти просто рядом тут сюда буду скидывать. Тут у тебя много накопится. А мне места нет. Да вон, ты свою армию поменьше. Так, они же красиво стоят. Отбил тебя, да? Ну, у меня последний ход, но я ничего трейд не буду. Все. Че последний? Только всего. Третий ход, потому что. Третий ход. Одну карту буду не использовать. А я буду в атаке. Опять в атаке. Ты оборзел и смотри, думаешь. Я же викинг. Ну, давай. На Саню. Семерыми. Опять семеро, да. Тагадынь. Ну, у него армори. Плюс, у него на 8. Ну, есть. у меня 6 семер. У меня семеро, да. Нет, очень. Вот что единственное, делать. Что тут постоянно войной, все равно надо развиваться. Войной ты. А у меня карт нет. А, тебя одна атака. У меня один бэтл только попал. Ну, да. И это, даже это вот, последний то осталось. Что хочешь? Куда нападаешь? Может, он просто так сдаст? Я хочу... Войны. Землю. Опять землю. Да там потом этими эксплорерами их много наберется земель. А мне больше ничего не надо. Ладно, попробуем так, во-первых. Так, еще раз как тут битва. То есть я выбираю какую-то карточку. Да, и там написано внизу сколько. Да. И спецспособности написано еще некоторые. Ну смотри, у тебя... Вот этот, вот эти прикольные. А, ну он типа чисто в осаде, да, типа хорош. Ну вот, нет. Плюс 2 против морталов. То есть всех, кроме Валькирии, он хорошо. Но остальное. А Валькирии это просто какие они? Не летающие, да? Не, не летающие. Они плюс 4 против арчеров. Вот этот против конницы. Ну да, то есть у каждого свои фишки. А, кстати, еще в прошлый раз Валькирия же тебя победил или нет? Да. Мне нужно два фейбора еще. Да, бери. Это вот эти вот два, да? Да. А вот такие синенькие, как ты догадался? Ну это же не дерево, не золото и не еда. Логично. Фейвор как бы это мана. А, фейвор это вот эта штука. Ну да. Понял. Благосклонность богов, типа. Да. Мана. Ты готов? Одолжение пойди, фейвор. Думаю, фейвор, да. Благосклонность. Благосклонность, в общем. Одолжили так пару сил. Я... Вы готовы, дети? Я готов. Ну, кай. Скрываемся. Скрываемся. Валькирия. Против этого. Ну вот считаю. Это у тебя метатель? Нет, это как раз, то есть ты кидаешь 5 кубиков, Саня кидает 6 кубов. Я
начинаю 5 кубов. Ты тут достаточно легко просчитан, потому что у тебя почти везде кавалерия. Да. Надо выставлять воинов. Разум, да? То есть, опять же, когда большая армия, есть смысл разум, да, больше вариантов. Две шестерки. Вот, будет нереально уж. Ну как, тут бывает иногда на 4 кубах 4 шестерки выкинуть. Такой был ахту. Нет. Нет. Значит, убил моего. Два фейвора. Это мои валькириями вообще тут зачерачат все. Конечно, сейчас так и сделаю. Ну, валькирия, она просто не везет, видишь. Это легко ее. Валькирия потерял свои навыки. Ну, дальше. Отступай. Да что, обычные юниты, они дешевые. Хер тебе. Вот. Идем дальше. Я выбрал. Тех, которые ты используешь, как-то выберите. Так я их, да, надо вот. Место. Как купишь себе в колоду присоединить? Логично. Да, я просто смотрел, что выбирать-то тоже. Ну, понятно. Можешь вот эту взять, что здесь легче смотреть, чем выбирать. А дай, кстати, да, карточку. Да. На вражеский-то тоже здесь надо всем, да, смотреть, как? Что. Готов? Да. Сейчас, погоди, я еще не выложился. Там, тариран, тариран, таран. Вот это вкладываю. Пускаром. Плюс 4 против кавалерии. У меня нет. Это не кавалерия. 3 на 3. Пирман. 3 на 3, если ты не войдешь в этот берсерк режим. А берсерк как он делает это? Ну я еще люблю. Если ты в берсерк заходишь, то ты будешь кидать на 2 кубика больше, 5 кубиков. Но если будет равенство, ты проиграешь. Я захожу в берсерк. Так а зачем там платить? Ничего не надо. А, не надо платить? Ну, а вот сверху, видишь? Нет, нет, это его стоимость. Вот внизу. Это за бесплатно, а, берсерк. Бесплатно. Да. Но видишь, он этот самый. 5 кубов, конечно. На то равенство он тут выйдет. Ну то равенство еще. Ну, не очень, знаешь. Да. Сколько мы играли, этот берсерк постоянно получается. Вот сейчас он сдует. Нафига. Видишь, тебе надо выкинуть выкинуть всего одну шестерку, на и ты выиграл. Ну, он на пятерок всего одну выкинул. Ну, вот и все. Видишь, и он вдул. Он этот берсеркер сам себя закрыл туда. Да, ну, да, а так бы он победил, по идее. Ну, а, так бы было ничья. А если ничья, то никто не выиграл. Перебрасывать опять кубики, видишь? Yeah. Как бы гнали. Не так. Бывает 8 кубов кидаешь, ни одной шестерки. А тут чувак выходит обычный, смертный. 3 кубика кинул, 2 шестерки. Ну, блин. Кубы есть кубы. Валькирия. А, опять валькирия. Да, что? Смоников. Арчеры у тебя как раз. А у него плюс 4 против арчеров. А это не арчеры, это слон. Так, а у него арчеры. А у него арчеры на конях, да? Нет, это арчеры кавалерия, у него, да? Вот они. Это кавалерия. Нет, это. Вот это кавалерия и арчеры. А слоны это арчеры. Слоны это просто. Mortal гиганты. Гиганты. Окей. Так, значит, у меня просто 5 на 3. Какой арч, у него же копье в руке. Где-то лук-то видел. Ну, кстати, вот эти, они одновременно и кавалерия, и арчи. А что 5 кубов? А, потому что у него мощный. Валькирия, просто сильная тетя. Он купил одну валькирию, теперь с пальцем нет. Понтует, надо ее заложить. Сейчас мы соберем. Шестерочка одна всего лишь. Сейчас мы соберем. Жалко. Опа, валькирию убили. Убили валькирию, Слон просто ее растоптал и дальше пошел. Еще кучей сверху привалил. Дальше? Конечно. Ну теперь ты без валькирии стух. Да. Братец стух теперь. Сейчас тебе по щам там надают. Там из Греции уже кричат. Да давайте по щам нарвешься. Отомстите. Отомстите. За нас. Отомстите. Хускарл. Слон не кормит. Ну что, хорошо. Плюс 2. Слон. Да, плюс 2 против смертных, то есть 5 на тебя. А я тогда буду входить в берсерк. Ну, 5 на 5. Ничью, то есть ты проигрываешь. Ни одного. На все, можешь не кидать. Все. А, что, даже все. Ничья, даже если ни одного не выкинул. Да. Вот так. Продолжаем. Конечно. Все, ты эту можешь карточку, у тебя его больше в войске нет. Скрала нет, да? А кто у него остались? У него остались конница одна и один метатель топоров. Так, это Фрувинг Эксман. Что я конница? Вот норвежцы все и профукали. Не говори. Так, сейчас, секундочку. Ну, сейчас самое время идти на Норвегию. Когда она нищая будет. Забирать все назад. Тут, кстати, вот вдвоем такого нету, а вот втроем начинается, что двое продубасились, и тут третий приходит. Метатель. Слоник.
Ну что? У меня 5. 5, да. У меня 3. А твой 3 всего. Слабак. Слабак. Он против слонами давить. Воинов да. Давай. Чего? У тебя там один стал под слона, второй стал под слона. Я только плакаты только собираю, видишь, твоих героев. Да. Собери их все. Кладышник. Все, убили. Убили. Ну все, теперь тупо кавалерия копейщика выставляйте, все, потому что у тебя одни эти. Кавалерия. Кавалерия пошла. Че, все равно идешь? Конечно. Слушай, ну зря. Я буду биться до последней капли. А у него конской крови. У него просто. Че, против кого она? Против героев. Она против. Это Ярва, да? У да, тебя? Да. Доставь своего копейщика. Ну да, без вариантов. Тут прям. Сколько копейщика будет? Плюс 3. 6 будет против 3. Так что ты подумай. Да нет, я все-таки пойду в бой. Ну давай. Один. Я сейчас возьму и не выкину. Ну бывает, как бывает, я не выкину. Такое тоже. 2. Убили твоего. Че, все, будешь просаживать? Все, да, я убегаю. С позором из Египта убежали. Там слишком жарко, нам просто не понравилось. Вот сейчас бы, если бы здесь было на карточке победные очки, Саня бы их получил. Башку напекло, мы убежали. Это предыдущий ты получил сначала, он тебя выиграл. Да, да. А это оставшиеся в биты кидать или куда? Оставшиеся, значит, я сейчас про оставшиеся скажу. Сейчас Саня сходит. А, я пасую. А, подожди, хотя... Ну, ты можешь не играть, да. В общем, а, нет, я... Может, у меня войной. Ты... Нет, так что, мне ходить еще? Не, да, ты ходишь. Вот тебе надо последний ход. Ходить. Так. И все, 3 и 1. Ну, я строю тогда... О, у тебя скидка в 1 теперь. Да. Рынок тоже хороший, по идее. Ну, да. Ну, блин, слишком много золота. Мне золота мало. У меня, как обычно, слишком я просто и... один дом построил. Вон он, рынок. Вот он лежит. У тебя бэтла просто нет. К сожалению, да. Ну, строишь дом, и туда на дом... Я думаю, он бы сейчас с удовольствием, когда пришел, копейщик меня порвал. Ставишь рабочего именно на дом. И теперь, когда ты сыграешь карточкой собрать, ты имеешь право перераспределить рабочего пока куда хочешь. Одного из нескольких будет. Нескольких. Потом. А, то есть хорошо много рабочих иметь, в принципе. Ну, рассказывай, что с оставшимися. Теперь с оставшимися картами. Так, ты сыграл это в бита? Да, да, да. Теперь смотри, у нас остается по одной карте. Ты можешь ее либо сбросить, либо вообще любое количество карт ты можешь оставить на следующий ход. Но тогда ты будешь добирать до 4, считая эту карту. Я тоже сбросил. И что еще раз? Ну, то есть ты можешь, вот у тебя одна карта осталась, если хочешь, можешь оставить на следующий ход. Нет, нет. Но так как у тебя максимум 4, то ты уже 3 будешь добирать. Нет, все. Первый игрок меняется, теперь становится Ву. Теперь опять распределяем, погоди, эти по очки, одной. Начиная с тебя. Ну, уже пошла асимметрия. И теперь опять до 4 набираем. Я все буду из рандомов фигачить. Да ладно. Пусть судьба определит. Мне не повезло, мне 3 билда было подряд. Да. Да. А мне 3 бэтла было. Давай, начинай. Подожди, еще не выбрал. А я должен был сбросить же лишнее. Да, до 4. Один сгорает. До 1, до 5. До 5. Надо 8, только у меня ресурсов нет. Да, ну сейчас соберем, будем сидеть. Так, я делаю сбор. Погоди, сейчас он еще наберет себе карту. А то ты уже так сказал, что он сейчас теперь сбор брать не будет. А ты что? Я передумал. У меня нет сбора, я пошутил. Шутка. Блин, что взять-то, и это нужно, а смысла нет. Бери биту, придешь меня натягивать. Все нужно. Да, сейчас тебя натянут легко. Ну, кем угодно. И беру 4 стоит все. Ну, давай его. Что ты там? Делаю сбор. Что там сбор? Плачу одну синюю, чтобы никто другой ничего больше не забрал. Ну, ты гад. А сбор чего? Зима его? Называется. А, сбор чего-нибудь. Тип, да. Да. Другие игроки ничего не получают. Ну, давай. Плати, так что, взбито ее и собирай. Взбито. Сейчас. Так, и я собираю. Это Блэк тот у нас. Скади. Тут, кстати, Скади. Очень красивые картинки.
богов. Тут очень забавно, что именно мифология такая, хоть, конечно, можно изучить. Хеймдаля скинул. Тут, короче, 4 этих скидываешь, и вся армия на всю армию. Да, вся. Нет, вся армия только у тебя будет. А, это ограничивает другую. А, нет, оба точно, оба там написано. Оба очень, да. Просто. Да, Махач. Махач, армия на армию. За 4. Так, я, короче, выбираю собрать снег. Собрать дерево. Ну бери дерево 4. 1, 2, 3, 4, 5, да. Чё, а, давай, хорошо. Все. К сожалению, мы ничего не получаем. Но мы к тебе за деревом придем. Да. Давайте. Милости прошу. Так, ну я. Все ресурсы собираем. Ура! Ну давай ты начинай. Вот своего рабочего можешь. На золото. Или нет, подожди, что-то. А да, сейчас я даже не смогу. Дай картинку. А, у них все разное тут. Так, дерево и мана. Мана, наверное, тоже нужна. Ну, золото, золото. На ману тогда поставлю рабочую. В таких играх я обычно понимаю, что с первого раза меня не выявить, поэтому стараюсь максимально пофаниться. Да ты, твое понимание пофаниться, это слить обо всех всю армию свою пока. А потом сидеть голову. Как ты меня разгадал. Ну как бы за недолгие наши продолжительные. Так, три мана, значит. Для меня пофаниться это повоевать. А так как выиграть я не могу, я сливаю, конечно, понятно. У меня две маны, вполне сила ничего. Четыре жрачки. Три жрачки. Два дерева. Ты тоже набираешь? Два дерева. А, три дерева. У меня пять деревьев. Три дерева и золото. Я тоже пять беру, что ли? Все ресурсы собираешь. Все, а которые вдруг, у тебя нет, есть. Просто вдруг вам не хватит, если я все возьму. А, как мы? А, типа я один собрал, а ты его собрал. А, понял. То есть, если до меня не дошло чего-то, значит, я это... Логично, логично, логично. Чин-чин. Ну что, я тогда рекрутирование троих набираю. Так. Где тут фан? Что? Три. Вот чую я, три маны, один зеленый медуза Горгона. Медуза Горгону занял. А если вынесешь всю армию, у меня все. Просто будешь приходить, требовать и забирать, уходить. Да, за бесплатно. Давай, я вот за этим. Здравствуйте, я вот за этим. Это ж весело, да? Так, что я еще могу нанять? Могу еще этих нанять. Ага. Это гигант-убийца. Этот. Гигант-убийца? Джант-киллер. Да. Ну, есть гиганты, например. Не, против гигант-убийцев. А, ну есть такие гигант-убийцы. А, убийцы-гиганты, против да. Убийцев. Есть гиганты, есть убийцы гигантов, а есть убийцы-убийцы гигантов. Так, жалко. Есть комары, которым похер кого жрать. Ну и тогда и последние два маны и два золота – гидра. Зачем тебе такая армия? А, к тебе идут гидра, медуза. В общем, все веселые. Ну, самый прикол именно в этих мифических всяких шняжках. Все, а я нанял троих. Я перехожу в следующую эпоху. Воу-воу-воу, полегче. По три каждого раз. Да. А еще ему за бонусы будут? А, теперь у него 5 карт будет. На руках. И он теперь может нанять первого этого героя с первой эпохи. Все. Молодец. Карты у меня опять, конечно, хреново легли. Сейчас мы к тебе придем. Поможем выложить. Поможем тебе, да, избавиться от всего, что у тебя. Окей. Так. А я хочу опять. Хочу. И труба шатать. Так, рекрутируем. Рекрутируем мы. Двоих всего. Рекрутируем. Мумия и спирмена. Воюй с греками. То есть, зачем? Баба Ванга говорила, что и придут. И придут. И уйдут. Египтяне греков и победят. Что-то как-то эти греки пока не атаковали. А викингов говорила Баба Ванга, не трожь. Баба Ванга. Это вообще отмороженные. Баба Ванга. Играю. Так, подожди, это сейчас куда? Это рандом бита. Это я сюда. Что, играю обычное, опять исследую. Я еще не заплатил. 3, 2. Надо же заполнять. То, что вот это все ошметки. А сколько примерно ходов получается? Ну так, примерно. 10. Ну, обычно 10. Вся колода вырабатывается вот это. Да. А она не замешивается больше? Замешивается, если закончилось. Ну что? О! Как хорошо.
Что у нас тут? Золото, предмет. Форест возьму. Гамп? Бери. Нет, бери. Исследование. Не-не-не, во-во-во, исследование. А, понял. Тайл бери или не бери. Не-не, я возьму. Не-не, не возьму. У меня вообще-то нечего, надо есть что. А вот это возьму. Сюда, в хилс. Ну, естественно, можно. Ну, сюда. Да. Давайте, проходим. А, так он только остался? Я собираю здесь золото. Да? Да. Золото уже. Не-не-не, потом опять, когда ты сыграешь карты собрать. В этом ходу я еще смогу его поставить. А, это собирать все ресурсы, да? Все ресурсы, значит. Ты вот сейчас собирал, ты его вот как. Если в этом ходу еще буду собирать, я опять смогу поставить. Опять вы можете. Я пропускаю тогда. Все? Да, не буду ничего собирать. Все ресурсы это только вас кормить. А у меня все равно все сгорит. Да, все сгорит. А там по 5 до ресурсов собираешь. Что по 5? Все. А, нет, с другого. С чужого. С чужого, да, 5 рублей. Хочешь как-нибудь прийти за ресурсами? Конечно. А что тут думать-то вообще? Как бы, да, атакую. Набери меня, не жалко. Атакую вон. 4. А 5 любого цвета, да? А, у меня 5, у тебя 4. А ну у тебя 4 даже. У меня трое. Ну вот, ответка вернулась. Чего хочешь, Александр Македонский? Подожди, 5 человечков я возьму. Египетский почему-то у нас Александр. Нормально. Надо было быть греком, то был македонский. Короче, мумия ведет с собой такое. Начнем? С чем пожаловал? Заяви, что хочешь взять. Так в смысле? Может, я отдам. Этот склад хочу ограбить твой. Забирай. Серьезно? Конечно. А я хочу уничтожить тебя перед этим. Нет, Саддам. Ну, будет спокойно пьет, бери то, что у него мало. 3. А это и так сгорит. 4-5. Ну вот, сходили в магазин. Ну, ладно. У нас не магазин, у нас шведский стол. Сходили в Икею за деревяшками. Ну ладно, нет так нет. Ну что, а я строительство последнее играю. И строю 2 дома. У меня как раз 3 еды и 3 этих сквари хватает, чтобы 2 дома построить. А, все, у нас закончилось, да, все. Да, теперь та карта, которая у тебя осталась, ты можешь перманент снести. Это перманент, это я сношу. А, то есть получается, лучше тогда оставить наконец именно рандомную карту, что мало ли она еще пригодится. Теперь ты становишься первым игроком, ну опять по одному победному. А, Саня, ты же. Карту же выбирать, честно. Победное очко. Так я же не бил, не бился с ним. А ну какая разница? Победил. Ты, без боя. Ты атаку сыграл и ты победил. То, что он не бился. Так что тебе вот победное очко пришло. Ура! Давайте расставляем победные очки. О, не спеши, пока мы занимаемся другими. Да, все равно заранее. Ну, теперь поехали. Подождите. Ну, я еще набираю. Да. Я тебе 5 карт беру, да? А как от меня как-то отмечает, что в следующей эпохе? Просто. Ну, помним. Просто у тебя сгорело, ты, кстати, лишку снеси. Да. Есть такое дело. Дерево-то сколько, а? Дерево хорошо горит. Да. Вот его там, наверное, топите, чтобы не замерзнуть. Холодно. И этого своего с города убери. А то так там уже все изморози. Беднягу. Подождите, еще не в этом. Убираю. Не, еду, что все. 2, 3. Все, что-то то ли хреново замешал, то ли так и должно быть. Еще не все. Так, ну, надеемся. Саня, долгодум. Да, есть такое. Во всех играх. Да, че ж. А че бы и нет. Куда торопиться? Успеем еще? Ну, пусть будет так. Ой, что-то непонятно. Вчера брал, ну ладно. Я готов. А, я их играю, собственно. Вот смотри, вот эту штуку. Типа убираю у другого игрока еду приносящую. Не, уничтожаешь. Уничтожаю. Угу. У обоих или одного? Нет, у одного. А новый players. А, ну да, players. У кого много хавки? Сейчас придется саранча и все сожжу. У меня 4. У
Окей. А, 5 у меня даже. Короче, перехожу на следующую эру. Тебе не хватает золота. А, точно. Логично. Значит, не делаем. Что надо собирать тогда? Говно. Значит, собираем пустыни. Все? Пустыни все собираем. Пустыни собираем. Пустыни? Окей. И я беру 2 золота. И 4 маны. Пустыни тогда. У тебя пустыни много. Всем дальше.